Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами. 10 добродетелей, буддийская притча. Путешествуя по Индии, знаменитый бог Нагарджуна увидел гору, около которой жил в нищете жалкий народ. Из-за постоянных лишений его люди все время ссорились между собой и никогда не помогали друг другу. Нагарджуне стало жалко этот народ, и он решил дать ему изобилие, превратив каменную гору в золотую. Но тут явился перед ним сам Бодхисаттва мудрости Манджуши. «Ты хочешь дать этим людям много золота, — сказал он Нагарджуне, — но станут ли они счастливее? Ты лучше научи их 10 добродетелям, веруя в Будду, почитай своих родителей, содержи свой ум в чистоте, уважай старших, являй пример молодежи, помогай бедным, соблюдай общественный порядок, помогай сиротам и больным, объясняй невеждам основы учения, соблюдай эти правила во веки веков. И тогда сам увидишь, как изменится их жизнь». Так Нагарджуна и поступил. И жизнь этого народа стала понемногу улучшаться. Люди стали относиться друг к другу с уважением, прекратили враждовать. Они занялись выращиванием хлеба и разведением скота. Их сердца наполнились мечтами о лучшем будущем. Вот такая буддийская притча «10 добродетелей». Пока-пока, до свидания.